Всем здорово, народ, с вами Фрид. На самом деле, я не хотел играть в эту игру, но поскольку меня заставили, и все хотели увидеть хоррор на моем канале, прям, вух, какой страшный. Сегодня мы поиграем Five Nights at Freddy 2. Плюс будет страшно не только мне. Я по всему видео расставлю скримеров. Чтоб вы просто сыкались от страха, как и я. А что только мне страшно, чтобы было. Ну чё, вы готовы? Ты сам нажал начать видео. Поехали. Разыскивается Королик, музыкант. Мишка певец. И шлюха. В общем, ребят, я на самом деле в наушниках, если что, это маленькие, в них даже еще страшнее, чем в обычных. Так что нам будет весело, надеюсь. Начнем с изменений. Комната явно изменилась. Теперь у нас есть большая дырка по центру, и мы ее можем так подсвечивать. Также у нас есть боковые дырки в стенах. Дырки в стенах. Хотя бы закрыли для приличия. Ну ладно, так, что у нас здесь есть? Ой, ты меня испугал этой маской. Ладно. Так, о, какие няшки. Мне даже не страшно играть в эту игру. Вот она очень милая. Он не очень. Шел второй час ночи. Ко мне никто не пришел в гости. Хотя принесли бы булочку какую-нибудь, а то я здесь есть хочу. Так, стоп. Подкрутить, подкрутить, подкрутить. Фух, блин, я уж испугался. Вот, оно начало крутиться. Да, отлично. Это просто было первое. Фонарик! Фонарик! Какого черта? Что ты там делаешь? А, я загорел про булочки, и она решила ко мне прийти в гости, наверное. Да? Наверное, все-таки булочки здесь явный аргумент. Я такой, булочки, хочу булочек. Она такая, я принесу тебе булочки. Иди отсюда! Иди отсюда, уйди, уйди! Почему она не уходит? Черт, надо подкрутить. Подкрутили. О, она ушла, нифига. Нифига себе! Все идет по плану! Да! Так все должно идти. Подкручиваем, подкручиваем. У меня фонарик заканчивается, парни. Что делать? Что будет, если у меня фонарик закончится? Я думаю, я умру. Это как заряд, только фонарик. Фонарик, заряд, заряд. Фонарик. Ну вы поняли, да? Поэтому нам лучше его поэкономить, наверное. Ну я как дебил его просрал в начале игры. Fucking motherfucking. Черт, что мне теперь делать? Не знаю, фонарика нету. Все, бомжуем. Может здесь как в Outlast'е можно походить батарейки поискать. Не, наверное, батарейки я здесь не найду. Хотя я достану из их задницы эти батарейки, и они перестанут ходить. Иди отсюда, иди, псих. Псик, иди отсюда! Фредди! Я слышал, кто-то полз. О, он ушел. Нифига. Черт, надо подкрутить. Нет, не заканчивайся, не заканчивайся, пожалуйста, ради всего святого, не заканчивайся, пожалуйста, давай я тебя подкручу. Ха! Ха! Как теперь наделась маска? Маска! Блин, все, мне уже страшно. Я прям сейчас обоссуюсь от страха. Нет, нет. Все, все ради подписчиков, я собрался. Серьезно, мой фонарик не заканчивается. Мой фонарик! Ух! Вдруг я такое чувство, кто срет, что ли, в туалете? Боже. Это самая скучная работа во всей истории. Ну, знаете, ребят, что я вам скажу? Я думаю, эта игра очень простая. Да, эта игра очень простая. Вот она! Давай, давай, уходи! Давай. Думал, меня испугает. Боже. Думал, какой-то кролик меня испугает. Ха! Hello. Нет, я робот. Я робот. Молчать. Так, ладно, возвращаюсь. Че? Уже заканчивается моя шкатулка? Что за... Так, а кто у нас здесь? Так, ребят, у вас какой-то парень решил погулять, сходить. Да?
пусть идет гулять. Мне все равно. Я охранник. Пусть идет гулять. Это какой... А, нет, он здесь. Он здесь. Ах ты, кролик. Эй, 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 эй. Так. Так, 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 так. Так, давай визит. Че вы начинаете? Первая ночь. Че вы начинаете? А? Я думал, мы будем нормальные, адекватные. Но нет, вы такие... Кто смеялся? Я слышал, кто-то смеялся. Кто смеялся? Тебе что, музыка нравится? Так слушай свою музыку, наушники одень. Вот я глупый охранник, я мог прийти и одеть наушники этой игрушки. Она бы слушала эту музыку, я бы ей включил бы там каких-нибудь ранеток. Так, так. Ты вернулась. Она исчезла. Ну что, призрак что ли? Она пришла такая, кекс не хочешь? Я... Нет, иди, иди нафиг отсюда. Она такая, ну ладно. Где моя маска? Слушайте, кто-то ползет. Не надо ползти. Так. Чувак, ты серьезно? А он прыгает сразу, либо он... О боже, о боже. Слушайте, я не знаю, что делать. Я не знаю, мне надо выдержать, что ли. Все ушли. Лохи. Я выживу, я останусь последним. Я самый крутой. Да. Че, соснули, да? Я так и знал. Ну все, лохи. Да. Лошары. Ведь я самый крутой. Почему у меня фонарик не работает? Че за дебильный фонарик? Как он работает? Да свети ты! Фредди, иди нафиг отсюда! Фредди! Фредди, убегай! Фредди, беги в страхе, я тебе отвечаю, я сейчас подойду. Фредди, я возьму сейчас свой фонарик и засуну тебя прям... Так. Ладно, Фредди. Давай. Давай нормально. Я тебе дарю батарейки. Фредди. Фредди, я тебе дарю батарейки, а ты уходишь. Фредди, давай. Выгодное предложение. Фредди, соглашайся. Не надо подкрутить. Он сейчас выпрыгнет. А, он сейчас выпрыгнет. Боже, боже, боже. Fuck you, Фредди. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Bitch. Fuck you. А, так я профессионал в этой игре, оказывается. Я первый раз в нее играю, на самом деле. Ребят, я вам клянусь. Я просто смотрел от одного очень опытного чувака. Чё, чё, иди, иди отсюда, это мой район. Это моя будка охранника. Вот. Будка охранник. Слушай, лиса, ты серьезно что ли? Лиса, ты чё, меру не знаешь, лиса? Тебе показать, кто здесь главный? У кого фонарик больше? Лиса. Лиса. У, ушла. Ну они и лалки. Да я просто... Бак. Фредди, Фредди, мне осталось немного. Фредди, ты же понимаешь, что мы с тобой друзья, да? Мы должны работать сообща. Ты помогаешь мне, вот у меня... Я в твоей голове. Фредди, Фредди, Фредди. Давай без этого, Фредди. Фредди Крюгер. Крюгер, Кредди. Фредди... Не Кредди, Фредди. Боже, мне страшно. Боже, Фредди. Фредди, сделаешь это, я тебе батарейки в задницу засуну. Просто. Эти все твои пластиковые зубы поубиваю. Я тебе клянусь, Фредди. Только посмей. Фредди. Отвечаю. Только посмей это сделать. Останешься без зубов. ВКонтакте, не делай этого! Фредди, не делай этого. Фредди, мы с тобой... Так, 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 так. Подкрути. Привет. Как дела? Ты лиса? What does the fuck say? What the fuck? Так, ладно, один парень ушел. Я его испугал своим мощным, длинным, большим фонариком. Лиса тоже решила. Ты, небось, у них
Батарейки маленькие, что они такие трусливые. Да, батарейки. Не Дюрасел, небось. Так и знал. Трусливые ублюдки. Что, решили со мной связаться? Да со мной даже сам... Обама не связывается. Я опасный. В смысле, хай? Что, хай? Зик, хай? Нет, давай без этого. Ты чё, немец? Чё он начинает? Он меня пугает, мам! А! Нет, нет, нет! Я, кажется, не успел. Я, кажется, не успел. Не страшно. Ну а на этом все, с вами был Фрид, если вам понравилось, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал, всем удачи, всем пока. Хей, парень, если тебе понравился ролик, покажи его своим друзьям, чем больше людей смотрит, тем быстрее я выпускаю ролики. Все, с вами был Фрид, всем удачи, всем пока. Yeah.